Мишобзеком, абсолютно хопшра каналча, пресс-центр Гаусура Яцнецует, яка гараха злача же тема скуп, а республика тунитарт на плаки абстендбирбанхамья Аусура. Яка сосуна яхтоп, а на плаки а директор хада Арсоу Читана. У ицхырай актай хазириши, ерубас Леонид Курва, абстендбирбанхамья анжинер хада. Взяла шабит хашвасхит. Я у вас пизила шабит хашвасвет с коллегаша, шара и шума полшара по конференции Цунацы, а стара куштеерц. Рабхит писал цара, арсо резуй па, шара шахов, шара шта шуксык цует и нацный цует, а врена плака на пхагаразу жуиште. Айх шала кахтар стахын, а я ам таяла гдзуна, а на плака айс харакуй, айца харакуй, туша зад гвардз. Хайхамич аусу ирачу, пшифины, ана усарут, ахара арцит, я озера урасшила. Доходы по цифрам 2019 года, 2021-2020 не будем брать, вот изменения, да. За 2019 год Абхазская железная дорога по доходам заработала 94 миллиона рублей, а за 2021 год 164 миллиона рублей. При том, что перевозки значительно не увеличатся. Те же самые перевозки, это за 2019 год 6523 вагона перевезли, за 2021 год 7000 вагонов. То есть перевозки может остались на том же уровне, но доходы Абхазской железной дороги увеличились. За счет чего это произошло? За счет того, что Абхазская железная дорога все начала перевозить своими силами, своими возможностями, и весь доход пришел на Абхазскую железную дорогу. А раньше как это осуществлялось? Вы сказали, что... Ну, раньше были частные предприятия, которые занимались перевозками. То есть Абхазская железная дорога не являлась, как бы сказать, монополистом. Вот поэтому сегодня мы сделали так, что все перевозки осуществляет только Абхазская железная дорога. Я правильно понимаю, что с увеличением дохода также увеличились и выплаты налогов, да, в республиканский бюджет, и внебюджетные фонды. Да, если можно перейти к цифрам, пожалуйста. Можем, конечно. По поводу налогов. В 2019 году это общий в бюджете, во внебюджетные фонды составило 19 миллионов 837 тысяч рублей. В бюджет 9 миллионов 377 тысяч, а во внебюджетные фонды 10 миллионов 460 тысяч. За 12 месяцев, ну, за 2021 год 32 миллиона рублей, то есть почти в два раза, можно сказать. Из них 10 миллионов в бюджет и во внебюджетные фонды 22 миллиона. С чем это связано, такое увеличение? Во-первых, когда мы, ну, возглавили Абхазскую железную дорогу, на данный момент было 42 миллиона рублей, это долги прошлых лет, то есть в бюджет и во внебюджетные фонды. Мы составили графики со всеми фондами, с налоговой. То есть нам сделали графики, и мы около 10 миллионов рублей заплатили за год старых долгов. И те, которые долги образовались в этом году, тоже исправно платили. Вышла такая сумма. Вам также за прошлый год, вам еще так же удалось увеличить и заработную плату, да, сотрудников, заработная, да? Плата, средняя заработная плата, когда я вступил в должность, была 10 500 рублей. Сегодня она составляет 18 700 рублей, средняя заработная плата. То есть мы увеличили отдельным категориям работникам почти на 100%, если на 150% повысили. То есть это те люди, которые необходимы железной дороге, специалисты, там, слесаря, у нас по службе движения, то есть по энергетической части. А какой штат в целом? Большой у вас штат? 420 человек. Чтобы вы понимали, 110 человек у нас, это военизированная охрана, которая финансируется за счет бюджета. То есть им это, и мы им доплачиваем. А все, вот мы им только этой категории ничего не увеличили, а вот остальные работники, вот, все попали под категорию увеличения до 80%. Теперь хотелось бы поговорить о путевом хозяйстве Абхазской железной дороги, вообще в каком состоянии путевое хозяйство, в каком состоянии наши туннели, есть и вообще опасные участки. Хочу сказать про чемчинскую сторону немножко. Конечно, когда мы, в принципе, все вместе приступили к обязанностям, ну, в таком чуть шоке были. Там, чтобы вы понимали, туннели были из деревьев. 30, около 30 километров мы полностью очистили от зарослей. То есть на сегодняшний день
железная дорога в ту сторону уже приобретает вид, который она должна иметь, как функционировать, как нормальная железная дорога. 2 километра мы отремонтировали новый путь от станции Ачимчира до станции порта Абхазское морское пароходство. То есть это был проект такой масштабный. За 30 или за 40 лет никто туда вообще ничего не делал, можно так сказать. Вот. И дальше вот очень много работы сделано. За 26 лет последних, значит, это первая возможность как бы рассказать за Абхазскую железную дорогу. Спасибо вам за такую возможность. Во-первых. Во-вторых, ну, чтобы для понимания, да, наш абхазский участок железной дороги, это считается сложным участком, так как на этом участке имеются, значит, кривые малых радиусов, значит, имеются спуски и подъемы, если так попроще говорить, имеются там 10 тоннелей, значит, имеются около 7 больших мостов и около 190 малых мостов и других искусственных сооружений. То есть участок очень сложный, и поэтому содержание, значит, требует повышенного внимания и затрат, естественно. Ну, то, что касается технического содержания, ваш вопрос, значит, на сегодняшний день от Псов и до границы второй, значит, по реке Ингур, у нас 192 километров по прямому, как мы говорим, или же 300 с лишним километров, если учесть другие приемо-отправочные пути по станциям. На сегодняшний день мы движение осуществляем по, значит, на участке Псу-Сухум и Сухум-Ачимчира. Дальше с Ачимчиры у нас нет пути, нет ни тяговых по станции, нет ни контактной сети, то есть там работу не ведем. И то, что касается в сторону Ткварчала, мы после войны, там у нас были перевозки, но в данный момент перевозок нет, и поэтому мы там не работаем. По содержанию этого участка, значит, тоже для начала хочу сказать, что на участке, скажем, Сухума-Ачимчира, мы имеем до 6 мостов, которые сегодня восстановлены по временной схеме после взрыва, который, значит, имело место во время боевых действий нашей войны. Из них 2 уже восстановлены, это малые мосты, а еще 4 моста до сих пор находятся в аварийном состоянии. И, значит, у нас есть планы с привлечением российских специалистов по обследованию и определению несущей способности мостов, естественно, с выводами о пригодности дальнейшей эксплуатации и необходимого ремонта. Также, значит, по тоннелям общая протяженность наших тоннелей составляет 11 километров. И по ним, если быть честным, значит, после военное время каких-то капитальных ремонт по тоннелям не проводили. Ну, в принципе, таких-то необходимых, особых таких не было необходимостей, так как состояние сегодняшнее позволяло нам осуществлять те перевозки, которые были необходимы. Но на сегодняшний день уже настал тот момент, когда уже нужно, да, обследовать. Имеются вот по внутри тоннелей течи, имеются, значит, выпадения обделки внутренней тоннеля, то есть работы уже, которые необходимо, надо планировать. И я, да, не договорил. То, что касается, мы привлекаем сейчас российских специалистов по мостам и тоннелям. Договоренность у нас есть. Буквально вот в ближайший месяц приступает к работе по обследованию данных вот искусственных сооружений. Непосредственно то, что касается остальной работы путейской, у нас есть путевое хозяйство, которое занимается содержанием пути. Я, может быть, чуть-чуть... Это ваша плановая работа, да, ежегодная? То, что да, ежедневно. Uh-huh. Чем вот мы занимаемся ежедневно? Та работа, которая, значит, осуществляется службы пути по содержанию в нормативном, нормальном состоянии пути, чтобы осуществлялись перевозки. Вообще, для понимания,
для себя еще раз хочу повторить, что требование к железной дороге, к любой, оно рождается из того, что от него требуется, от железной дороги. То есть сколько, скажем, груза нужно перевезти и с какими скоростями. На сегодняшний день наше состояние такое, что при отсутствии автоматической блокировки, при отсутствии других систем автоматизации, которые позволяли осуществлять движение поездов с интервалами по 5-6 минут, то есть это, значит, увеличивало пропускную способность железной дороги. К слову, до войны наш участок пропускал до 32 пар поездов, это 8-10, скажем, пассажирских поездов, и до 24 грузовых поездов. То есть супер. Тогда другие возможности были, другие требования были, а на сегодняшний день у нас и таких объемов перевозок нет. А то, что есть, мы сегодня обеспечиваем теми силами, теми средствами, теми людьми, которые у нас сегодня есть. То есть необходимость в том, чтобы вкладывать миллионы, миллионы и миллиарды дальше, да, на сегодняшний день такой необходимости нету, кроме текущих капитальных работ, которые необходимо производить. А остальное, поднимать скорость, у нас сегодня установленная скорость движения на нашем участке 60 км в час. Поднимать скоростя, как в России, как на РЖД, до 120-180 км в час, такой необходимости у нас нету. То есть вот из этого рождается, значит, необходимые параметры по содержанию железной дороги. И что я хочу сказать, вот в этот параметр сегодня необходимый мы выдерживаем. Для этого мы проводим ежедневные работы, которые касаются текущей работы и работы капитального характера. Для этого мы пропускаем по своему участку путеизмеритель, который, значит, это с РЖД договор имеем, выявляет неисправности на всех участках, и, естественно, мы мероприятия составляем и по этим вещам работаем. Как также, часто, вот какой промежуток времени, да, чтобы, значит, проверять? У нас договор есть каждый квартал, 4 раза в год. Это такая необходимость. Ну, по нашим условиям этого количества достаточно, и поэтому мы так и работаем. И также путейцы проводят ежедневный пеший обход с выявлением тех неисправностей, которые, значит, автоматизированным способом, ну, вагон, допустим, не выявляет. Это наличие каких-то гнилых шпал, брусьев на мостах, наличие там или отсутствие щебня, загрязненности щебня, рельсовых соединителей, ну, стыков. Разная работа, просто я чуть подробнее рассказываю, потому что действительно без этой ежедневной работы, рутинной, значит, как думается, поезда просто так бегать не бегают. Естественно, есть параметры, которые определенные, мы в эти параметры все это приводим, и, естественно, этим путем мы достигаем безопасности движения поездов. Это то, что касается работы путейцев. По сделанным, если действительно вот по Чемчирам, это вы, значит, видели, ваши коллеги, по подъездной путь Марпорта Чемчира, действительно, там было заменено полностью, заменена была железная дорога с укладкой новой рельсошпальной решетки протяженностью 2 километра. Это большой объем работы и важный участок, потому что на сегодняшний день вся грузовая работа, которая у нас имеется, это в основном составляющая, это уголь. А уголь идет транзитом, реэкспортом через порт Чемчира. И ремонт вот этого подъездного пути, где у нас постоянно были проблемы, чтобы мы там не сходили, не падали в год по 3, по 4, по 5 раз, такого не было. Вот этот участок мы сейчас привели в порядок. Ну, это большое дело. Данный ремонт, он был осуществлен в рамках договора с РЖД, либо же это были наши личные средства? Нет, да? Это за счет средств Абхазской железной дороги. Понимали, все работы Абхазская железная дорога сегодня проводит за свой счет. Да, финансируется то только, не просим, да. Также были, значит, до сих пор проводятся
с привлечением российских специалистов. Это потому, что привлекаем, потому что работы много, объемов много, и нужно их сегодня все это осуществить. Своими бригадами не успеваем, иногда вот так вот привлекаем извне. И на сегодняшний день то, что касается ремонт мостов, ремонт стрелочных переводов на каждой станции, очень большой объем, до 1000 шпал железобетонных и до 1000 шпал, 1000 с лишним деревянных шпал и мостовых брусьев уже заменены. Это большая, огромная, огромная работа, которая сегодня выполняется и будет пока делаться. То есть капитальный ремонт там станции Гагра, Сухум, Кудаута, то есть все стрелочные переводы мы переводим их вообще на железобетонные шпалы, то есть полностью капитальный ремонт. Да, хотелось бы подробнее узнать о ремонте, предстоящем ремонте трех ЖД-станций. Это Гагрип, Шафон и Келасур. А Абхазская железная дорога это на свои средства проводит, правильно понимаю, ремонт? И как скоро вообще осуществится этот ремонт? По поводу станции, то есть станцию Келасур мы уже начали чистить, убирать. Мы хотим посмотреть, сперва все почистить и посмотреть, что мы можем сделать с привлечением историко-культурного наследия специалистов, потому что это здание представляет ценность. То есть с ними вместе по Келасуру и по Гагрипшу мы хотим посмотреть своими силами, что сделать, а дальше, может, попросим помощи, помогут хотя бы на первом этапе такой косметический ремонт. Мы вообще хотели до 1 марта их привести более или менее там почистить, убрать, полностью косметический ремонт хотели сделать за месяц. Ну, не знаю, успеем в сроки или нет. Ну, если более подробно этой тематике, то сейчас мы находимся на следующем этапе. Мы подписали архитектурные задания, нам выдал Минкульт. И у нас подписаны были сначала охранные грамоты на каждый из этих объектов. Да. Речь идет о Гагрипш, это бывший Гагра-павильон, Псырцхановый Афон и Келасур, станция Келасур. Это все реализуется в рамках программы расширения полигона курсирования туристических поездов. То есть, как известно, сейчас в Абхазии курсирует один поезд, это Туапсе Гагра, и мы хотим продлить его маршрут. Ну, речь идет, в принципе, о двух поездах. Это экскурсионный поезд и второй – это круизный поезд. Винный. Да, винный поезд, так называемый, он из Москвы отбывает. У него там сезонность определенная есть, он в летний период функционирует. Это Абрау-Дюрсо, там Новороссийские дела, Фанагория. То есть вот такие вот культовые места, где винные, да, которые связаны с виноделием, имеют историю соответствующую. И вот конечный пункт предполагается станция Келасур. Ну, со стороны РЖД, это не РЖД, это РЖД-тур, это дочерняя организация РЖД. У нас существует соглашение, они нам, поставили некоторые задачи, которые мы должны до 1 марта текущего года реализовать и пригласить их. Там план мероприятий по увеличению скорости курсирования поездов, есть у нас программа по восстановлению переездов, 4 переезда от Псоу до Сухума. Это тоже позволит увеличить скорость поездов на дистанции. И, соответственно, приведение в порядок вот этих станций. Да, станций, остановочных пунктов. Мы взаимодействуем с администрацией города Гагра. У нас подписано соглашение. Юрий Львович, Хагуш, глава администрации Гагры, он откликнулся на наше предложение взаимодействовать в вопросе. Это что касается Гагра-павильона. Мы создали совместную рабочую группу, распределили обязанности. И вот сейчас начинаем реализовывать это все. Ну, как известно, это все декларировалось в прошлом году, весной. Но тогда это больше носило такой риторический характер, потому что это была как бы заявка, это были такие намерения, но сейчас это начинает уже приобретать более конкретные очертания, потому что в РЖД планы поездов, планы движения поездов, они за год формируются, то есть графики движения.
И, соответственно, вот с 1 мая нам, значит, вроде дали добро. Сказали, что если вы вот сделаете эти мероприятия, осуществите, мы приедем, убедимся, что все на самом деле так, как вы заявляли, то зеленый свет. Вот еще в прошлом году представители одной итальянской компании, они посетили Абхазию и заявили о готовности помочь отреставрировать некоторые ЖД-станции и вокзалы республики. Вот это намерение в силе? Хотелось бы узнать вот подробнее, пожалуйста, об этом. Расскажи, что они уже проект подготовили. Да, мы с ними взаимодействуем все это время. Тогда это была для них ознакомительная поездка. Дали очень долго это архитектурное задание. От Минкульта переслали им это архитектурное задание, и они сейчас прислали нам свою визуализацию архитектурную. То есть мы с ними взаимодействуем и планируем их использовать в мероприятиях по Гагрипшу восстановительных. То есть я понимаю, что они должны были написать свой проект, да? А уже дальше правительство Абхазии должно одобрить этот проект, чтобы реализовать. Да, сейчас речь идет о предпроектных делах. Сейчас пока речь идет о том, что они сделали визуализацию, ее надо согласовать с Минкультом. А дальше мы уже переходим к заключению договоров на проектные работы, но это будет... Мы должны уже... еще на это получить разрешение от нашей вышестоящей организации, от Минэко. Но это, что вообще сама это за компания? Что из себя представляет? Как они вообще вышли на Абхазскую железную дорогу? Они вот связались, и проявили интерес, видимо, следят и интересуются. Абхазия — международно признанное государство, я думаю. Это тоже, да, имеет частный характер. Да. Угу. Но там и личные связи тоже сыграли свою роль. Вот. И основной момент, они ничего не хотели делать, они просто приехали познакомиться, увидеть, и то, что они увидели, это их впечатлило, и после этого все как-то пошло очень быстро. Арсул Ризоевич, мы знаем, что за минувший год у вас было немало встреч с представителями РЖД. Расскажите, пожалуйста, что стало предметом разговора и ждут ли нас новые проекты? Спасибо за вопрос. Встреч было немало. Были встречи в Москве, в Ростове, в Санкт-Петербурге. То есть некоторые встречи носили технический характер. Вот долгое время мы работали над тем, чтобы купить у РЖД локомотивы, то есть магистральные большие локомотивы для перевозки грузов. То есть уже договоренности есть. Вот представители наши ездили, посмотрели, акты подписали. Сейчас ждем окончательное решение, там по цене должны договориться. И у нас будет, если все будет хорошо, то есть два больших магистральных тепловоза и два магистральных электровоза. Вот. Это для нас, чтобы вы понимали, это основной был момент, потому что грузопоток увеличивается, наша техника уже устарела, чтобы вы понимали, у нас электровозы, которые сейчас со станции Веселой до станции Сухум осуществляют перевозку, они 61-х годов, то есть мы постоянно занимаемся их текущим ремонтом, привлекаем специалистов, но уже все имеет свой срок службы. Вот. Поэтому это как бы наша основная цель была, и мы нашли взаимопонимание. И я очень надеюсь, что в ближайший месяц-полтора эти тепловозы к нам приедут. Второе, я думаю, тоже такой немаловажный момент, это заключение договора с РЖД бизнес-активом по контейнерным перевозкам. То есть мы уже договор с ними заключили, то есть и у них есть требования, как должно это все это выглядеть. Что предполагает договор, в частности, какие именно перевозки, контейнеры, откуда и куда? Крупнотоннажные контейнерные перевозки никогда не осуществлялись на сети Абхазской железной дороги даже в советское время. Сейчас речь идет о том, чтобы нам, значит, организовать перевозку полносоставных контейнерных поездов со станции Сухум до станций Московской области. Это ТЛЦ «Селятина» и ТЛЦ «Электроугли». Есть такие два терминально-логистических центра крупных, которые принимают контейнерные поезда с различных направлений. Это, значит, Новороссийск, это Санкт-Петербург, это из Китая идут. И там они комплексным образом перерабатываются. Там у них возможности есть перерабатывать контейнера крупнотоннажные и рев-контейнеры, то есть для скоропорта, для
который предназначен для перевозки скоропортящей продукции. Но в нашем случае речь идет о том, что раз в неделю со станции Сухум, имеется в виду грузовой двор станции Сухум, будет отправляться поезд, который будет иметь свой график определенный. Он будет идти, находиться в пути без расформирования или переформирования. То есть это вот некий такой сервис для предприятий экспортоориентированных, которые здесь осуществляют деятельность в Абхазии, производители различной плодово-овощной продукции, консервированной продукции. У них будет возможность вот такого оперативного доступа на центральный федеральный округ, то есть на такие большие рынки, на основной рынок Российской Федерации. Но какие трудности? Мы подписали договор, есть там свои требования, то есть сам терминал здесь в Сухуме, мы хотим его создать на базе нашего сухумского двора. Там сейчас, конечно, ситуация удручающая. Да, грузового двора станции Сухум. Там ситуация удручает, но мы привозили специалистов, мы сделали план. А сейчас, значит, есть определенные требования, мы взаимодействуем с нашим Минэком, создается рабочая группа, в нее будут входить СГБ, то есть пограничники наши, комитет таможенный Республики Абхазии и РУПАЖД. У нас будет выработан совместный регламент взаимодействия в этой зоне, да, она будет режимная, то есть это будет режимная территория. И, значит, мы сейчас находимся на этом этапе, на этапе подписания протокола и выработки этого регламента. Ну, план у нас сдвигаются, к сожалению, у нас сроки, да, значит, вправо. И первый вот такой тестовый поезд мы хотим запустить в марте месяце, это середина марта. Ну, вот по планам так. Вот часто задают вопрос, я просто не договорил. По возможностям абхазской железной дороги на сегодняшний день. Наши сегодняшние возможности, учитывая техническое состояние железной дороги абхазской, на сегодняшний день мы можем перевозить до 6 пар поездов в сутки. Это, скажем, 3-4-5 пассажирских и 1-2-3 грузовых составов, что составит в год до 2-2,5 миллионов тонн груза. Значит, наши возможности сегодняшние. Для справки, мы сегодня перевозим максимально 500-600 тысяч тонн груза в год. Даже а потом, мы когда говорили, что технические службы, которые обеспечивают работу железной дороги, складывается впечатление, как будто бы только путевое хозяйство. У нас есть службы энергетики, локомотивное депо, служба связи, которые обеспечивают также работу абхазской железной дороги. Да. По энергетике есть подстанции районные, правильно? Такие же подстанции, только у нас они тяговые называются, имеются на абхазской железной дороге. Из 8 сегодня 4 работающие. Это на уровне 110 киловольт на 35 и на 10 киловольт. То есть почти те же самые подстанции, как районные, но даже плюс еще у нас есть еще выпрямление тока до 3,3 киловольт постоянного тока, которым и питаются наши электропоезда. То есть такие же подстанции сложные имеются у нас в нашем хозяйстве. Это в службе энергетики. Там износ основных средств 60-70% где-то, вот так, если можно сказать. Потому что подстанции наши и контактная сеть была построена в 1956-58 годах. Ну, естественно, таких что-то менялось, что-то делалось. Но основные моменты, то, что касается силовых трансформаторов и другого оборудования, которое еще работает с того времени. Ну, и имеют запас прочности пока вот. То, что касается, скажем, вагонного хозяйства, у нас и пассажирские, и грузовые поезда, прибывающие и убывающие, сопровождают, проверяют, мелким ремонтом занимаются работники вагонного хозяйства. Ну, естественно,
значит, проверяют тормоза и без, значит, выдают справку, скажем, о состоянии тормозов поезда отходящего. И без этой справки ни один российский поезд, ни наш поезд тронуться в путь не может без наличия такой справки. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что как и в этом подразделении, у нас и в других есть дефицит специалистов. Мы приглашали и приглашаем молодых людей получить специальность, устроиться на работу. До 20 тысяч сегодня заработная плата молодым людям, это будет обеспечено. Также есть у нас служба связи у нас для тоже понимания со своей, значит, АТС. Это автоматическая телефонная станция, собственно, своя есть, обеспечивает связью и технологической, и рабочей связью, значит, всю железную дорогу. Поменяли наш магистральный кабель на оптиковолоконный, обеспечивает интернетом, то есть необходимый перечень услуг, который необходим для работы железной дороги, выполняется службой связи. А также есть локомотивное хозяйство, где эксплуатируются наши локомотивы, это тепловозы и электровозы. Азор Изович уже подчеркнул, что там техника у нас 60-х годов постройки, естественно, уже ресурс свой отработали, но надеемся, что в ближайшем восполним этот парк. С коллегой Сосарок, Шума Зорич, Мопалшар Эфир. Продолжая тему подготовки, обучения наших специалистов, студентов в Российской Федерации, мы знаем, что ряд встреч прошли в Санкт-Петербурге, и чего удалось достичь, какие итоги этих встреч, можете рассказать нам? В Санкт-Петербурге были встречи с проректором Института путей сообщения Санкт-Петербургского, ЛИИШТ, так называемый. Были обозначены проблемы, то есть нам задали вопрос, в каких специалистах вы нуждаетесь. Они попросили, чтобы мы предоставили полную информацию. Вот в недавнем времени это было сделано. Там речь идет о курсах разной категории, то есть начиная от трехмесячных курсов повышения квалификации до более полноценного, значит, обучения. Ну, люди, молодые люди, которые имеют интерес к работе на железной дороге, они могут обратиться к нам. У нас, кстати, есть сайт, где есть раздел вакансии. Там есть контактная линия, мы можем принять заявку, и дальше уже в зависимости от предпочтений этого молодого человека мы можем направить его на те или иные курсы. Но сейчас у нас вот функционально возможность повышения квалификации как своих сотрудников, так и вновь нанимаемых существует, и этим мы, я думаю, в ближайшее время начнем пользоваться. С коллегой своего Хасаракушем. Лаура Капшпха, обсудили хопшра, сезара псышелистиот, уанза хтпилакалык корабжара, адбыгби мадарыгын. Яхэдбиям тэз изалар шахома, убасыбш, адбыгба бжецара. Адбыгба кояшынай бешраштых ибжан апсынавинуцха, ишир дуруэбш, яхамаз яйткылана, авагонква, яхамаз абри адбыгба. А ты понимаешь, что я живет, я ламшу дзуйна Алла, я анкала хейт, а ва шатра и тамргила разухан, у вас он анукурай закутас ги убрезов. Убрям из тех макената глаза шахмудас, ичкана, излама пяхго хауна ичкана, макена ауса бря ичкара, конзахамидас, яхя, Егеран, халач уже хейт, аха, абри, псинацохон, ахацохон, акой, псоун за я и губ, нас абри, а конкуренции, хай за что, мужчина хоч хорома, автобус хорома, и бжи хора, что зуб, азухен, убриги, азхуцот, абаси, оба, я хапья бы тагала заша. Шезат клар, тахон, я хапья ам, тазы, шна плака, но, и хома урсплот бия, царай урта куркон бия, уштым тачаяз, нас гера за, на талашиш, она усва, аджараджа. И хоп, и шпа, ам, и хоп, и ачкунча,
абри жашукса рахис рахис ашкунша яхаб абри службы пути газштоума энергетика ган агана хелума а связа гана хелума ашкунша ахейт виджил хвила цара цана айхара дзепри цара илутача ялгана ростовума Ленинград, Санкт-Петербург, Гома, Ростов, Сфехейт, Акла, Колон, я вот Ачкунца, я Анна, я Анна Мхазгиоп, аха, я и на усы звук Ачкунца Хамоп, и Бзидзинге, Хадр Пшот, и Цагеха, Азара и Тако Ачкунца Оп, а я Пшига Конца, Аймадра Хабжоп, Ацхра Разлахал Шуала и Хами Конецот, Российские специалисты обещали разработать программу развития абхазской железной дороги до 2035 года. Вот что подразумевает данная программа? Можно поконкретнее, пожалуйста. Тоже в Санкт-Петербурге, когда встречи проходили, вот, была договоренность, что специалисты приедут. Пока мы остановились на том, что они должны приехать в Абхазию, все изучить и дальше уже будем разговаривать о концепции развития до 2035 года. Эти специалисты, они развитие Крымской дорогой занимались, то есть концепцию разработки развития Крымской дороги. И в марте месяце они должны приехать в Абхазию с делегацией, то есть ознакомиться с нашей железной дорогой. И уже на основании этого мы будем с ними вместе составлять вот концепцию до 2035 года. Да. То есть... Ну, вот с ними вот у нас такие планы. Ну, они тоже должны приехать. Так что такие договоренности. Да, вот у меня следующий вопрос. В курортный сезон, когда увеличивается турпоток, соответственно, увеличиваются и нагрузки на абхазскую железную дорогу, да? Вот в прошлом году крупные предприниматели столкнулись с тем, что их грузы, да, вагоны, да, с их грузами, да, они дороги простояли на станциях, различных станциях в России. Вот ну, из-за чего, да, груз... Можно коротко ответить, да, по этому вопросу. Из-за чего вот груз портился, да. Можно сказать, что, чтобы предотвратить ту же ситуацию, которая была в прошлом году, возможно ли, да, вот, чтобы эта история не повторилась уже в прошлом году, что все-таки что все стоит чтобы сделать? Вы понимали, это не зависит от абхазской железной дороги, это больше связано с российской железной дорогой, с ОРЖД, то есть у них летом приоритет становятся пассажирские поезда, то есть из-за, да, в южное направление они увеличились в два раза, из-за того, что некоторые границы закрыты, люди не могут ездить в другие страны из-за ковидных ограничений, все, весь поток увеличился в южное направление, это Сочи, Адлер, ну и так далее, Анапа. Из-за этого пассажирские поезда увеличились, и приоритетом стали пассажирские поезда. Вот. И поэтому никто искусственно не создает эту проблему. Это, конечно, понятно, да, что не искусственно, но именно в этом вопросе какие-либо, может быть, переговоры вели. То есть даже в этих, да, вот с такими трудностями мы созванивались с Северокавказской железной дорогой, и очень сильно они нам помогли. Вот был такой кризис с топливом небольшой, там 3-4 дня у нас на заправках не было. Тогда они нам очень помогли решить вопрос. То есть приоритетом сделали направления, которые в Абхазию шли грузы, цистерны и так далее, различных компаний. То есть, несмотря на сложности, они нам очень сильно помогли, и грузы пошли там быстрее, чем положено. Были такие грузы, которые даже стояли по 2-3 недели. Да. И уже, наверное, в завершении нашей пресс-конференции последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о планах развития абхазской железной дороги и какую вы видите перспективу? Что касается финансовой части, мы хотим увеличить доходную часть. То есть это мы планируем грузопоток повысить от 500 тысяч до хотя бы до миллиона тонн. То есть и, естественно, доходы у нас увеличатся 1,5-2 раза. И на основании этого и заработную плату хотим поднять. То есть у нас уже есть анализ на 2022 год. Если все это осуществится, то есть много чего можно будет сделать. То, что касается планов технического характера, значит, вот сейчас, как было обозначено с Урозовичем, это все зависит от планов, да? То есть мы планируем повышение объема перевозок, и, естественно, надо готовить все службы к возможности пропуска
увеличенных объемов груза. Вот такие мы в начале года сейчас составляем мероприятия наперед, на целый год, с учетом в том числе и вот данного заявления, потому что я же повторяю, что состояние дороги мы подгоняем по тот объем, который необходимо перевести. Вот в связи с этим серьезно мы в этом году, это уже и необходимость, хотим заняться теми аварийными мостами, которые находятся на участке Сухума-Чимчира. Уже в этом направлении работа ведется. Специалисты приезжали, сейчас будут выезжать осмотром, изучением, контрольно-измерительными приборами уже, значит, будем изучать досконально и мосты и тоннели. Это большая важная задача, которая стоит в этом году. И плюс та работа ежедневная, которая сумеет обеспечить ту задачу, которая перед нами стоит. Да, ну, мосты я не перечислял, но в том числе и Кадорский мост. Значит, большой мост здесь на этом участке, который вы знаете, после подрыва имеет, значит, нарушение опорной части самой несущей фермы. Есть проблемы, которые должны изучать специалисты и дать свое заключение. С учетом всех этих моментов мы и строим свои планы на наступивший год. Что касается планов на текущий год, от себя хотел бы добавить следующее, что один из проектов, который мы прощупывали в прошлом году, это организация, значит, приграничного сообщения моторовагонного, то есть это имеется в виду электрички Адлер-Гагра. Когда-то они ходили, сейчас мы хотим, да, возобновить в летний период. То есть речь идет о перехватывающих электричках, которые будут стартовать, то есть отправляться с вокзала железнодорожного пассажирского. Смысл в чем заключается? Поезда дальнего следования прибывают на вокзал Адлер, дальше они не едут. Абы как там до границы не добираются пассажиры, а пересаживаются в электрички и посредством электричек добираются до Гагры. И дальше уже, значит, они разъезжаются, да, по территории Абхазии. Вот реализация этого проекта, она позволила бы сократить вот это давление в летний период на КПП, на пропускной пункт пассажиров, автотранспорта. То есть это вот один из проектов, наряду с другими, которыми мы вот намерены усиленно заниматься. Плюс еще такой вот вопрос хотел бы я обозначить, что на данный момент Абхазская железнодорога, она никак не закоммутирована с РЖД, с информационными системами УАО РЖД. Это нам доставляет свои известные технологические трудности. А мы вот в этом году, мы ставили этот вопрос в прошлом году, в этом году мы намерены подсоединиться к информационным системам УАО РЖД, такие как ЭТРАН, ДИСПАРК. Ну, это вот такие несколько профессиональные термины, да, но кому нужно, тот меня поймет, как говорится. И далее мы бы, это бы нас обязало бы создать у нас бы свое программное обеспечение. То есть некоторые технологические процессы, которые у нас идут внутри Абхазской железнодороги, мы могли бы их цифровизовать. И таким образом снизились бы наши издержки. И во многих моментах мы бы стали бы более эффективными, более экономично бы действовали. То есть это вот несколько такой взгляд за горизонт, но он у нас тоже имеется вот на этот год. Мы планируем более серьезно этими вопросами заниматься. Очень много вопросов возникает по поводу вокзалов. Почему нет, не ремонтируется, ничего не делается. Вот, чтобы вы понимали, восстановление до Сухумского нашего вокзала, ну, требует огромных вложений, если по цифрам 2014 года миллиард 200 миллионов рублей была сметная документация, это и доллар был тогда 30 рублей, сейчас в два раза все подорожало, то есть это большие вложения. Ну, Абхазская железная дорога это сама сможет осуществить, то есть тут только или инвесторы, или госпрограмма должна быть.
Ну, чтобы тоже население понимало, что не все так просто. Хотим сделать, но пока своих средств на это не хватает. И табу пихам тупшана, шахя из хастуди, хаздар куртака хэкэфцэз, с коллегой своей табу шарашвэс царакурзэм, абриала харапэс конференциях харкшуйт, абзирэс. Абзирэс.